Связист ТВ. Узнай новости первым. 9 мая, главная площадь города, парад. На брусчатке выстроились курсанты КСТОВского центра инженерных войск. Следом за ними мимо Вечного огня прошел Бессмертный полк. Из года в год ряды полка пополняются новыми участниками. В этот праздничный день на улице города вышло более 5000 кставчан. Вчера юного шествия Бессмертный полк. Лбов Леонид Иванович. Всю войну он командовал «Катюшей» и принимал участие в самых значительных сражениях войны. Закончил он войну в Европе, в Будапеште. А после войны он всю жизнь работал педагогом, был учителем 4-й школы. Но он всегда для нас, для всех, для нашей семьи пример, которому следует подражать. И мы стараемся это делать. В память о павших в Великой Отечественной кставчане возложили цветы к Вечному огню. Самая почетная трибуна на этом празднике – это. Здесь сидят ветераны войны и труженики тыла. Они вспоминают самый радостный день в своей жизни – 9 мая 45-го. Для них День Победы – праздник со слезами на глазах. В 2 часа ночи командир роты нас по тревоге поднял, стрелял в воздух. Было тут полно счастья. День Победы я встретил в Карпатах. 20 апреля меня вот ранило под Кенигсбергом. Война кончилась. Мы с автоматом открыли огонь. Все. На сегодняшний день осталось на КСТОВской земле всего лишь 74 участника той Великой Отечественной войны, тех победителей. Из них 7 человек – это дети блокадного Ленинграда. Вот. И тружеников тыла осталось чуть-чуть больше 800 человек. Рядом с площадью Мира расположилась военная техника. Это не просто смотр. На боевые машины можно даже забраться. А здесь гостей праздника угощают настоящей солдатской кашей. Сегодня с утра прошли торжественные митинги. Это замечательно. Это самое главное для наших детей. Они это видят. Они понимают, чего стоила нам эта победа. И, конечно же, наши ветераны. Они для нас сохранили самое важное. Они сохранили для нас наше имя, наши традиции, нашу историю. Если бы не они, у нас бы этого ничего не было. Поэтому низкий им поклон. Я вспоминаю сегодня своего деда, как и все сегодняшние живущие люди, которые прошли сегодня в Бессмертном полку. Торжественно остается и добавляется больше сердечности в этом празднике. После торжественной части на площадь вышли юные спортсмены. В День Победы в центре КСТОВа традиционно проходит легкоатлетический забег, посвященный празднику. Евгений Мельников, Связист ТВ, при поддержке КСТОВского телевидения.